сегодня у нас будет печальная история. Не будем затягивать и будем переходить. Была в третьем классе девочка. Она себя считала королевой, потому что она была всех выше. И когда все подходили к ней и хотели с ней познакомиться, она всех отшугивала, потому что она не хотела, чтобы с ней дружили. И потом пришла девочка Маша. У нее были проблемы в семье. Они были на физкультуре. Они прыгали через колесо. И впереди стояла Маша, сзади девочка, которая хотела быть королевой. Маша приготовилась прыгать через колесо, и девочка, которая считала себя королевой, она толкнула Машу. И Маша падала, и она не считала себе никакого падания, то есть ни руками, не знаю, она не могла как падать, и чем падать, и руками ли падать, или как. Как-то. Она падала лицом. И она упала, себе сломала нос и повредила себе губу. Был очень сильный крик. Она побежала в туалет. И все учителя побежали за ней. И учителя сразу спросили все. Она, когда все смыла, она сразу начала говорить учителям: «Останьте» и все такое. Потому что девочка отучилась год в этой школе, в третьем классе. И она с мамой уехала в другой город. Она... Ну, все, которые одноклассники, которые хотели с ней познакомиться, они не нашли никакого номера, адреса, где она живет. И... все далее. Потом явилась мама, рассказала всю эту историю. И после того момента девочка умерла. Все, этот рассказ закончился. Всем пока.